думаешь? Воевать надо или домой идти? Домой надо. Дома ждут? Да. Гордятся службой твоей? Как в целом относятся здесь? Хорошо. А ожидали такого отношения? Ожидали, хуже, конечно. Товарищи украинские военнослужащие, вы, как лица, добровольно сдавшие оружие, полностью не подвергаетесь никакой опасности. Вашей жизни ничего не угрожает. Вы находитесь на территории Луганской Народной Республики и находитесь под ее защитой. Чуть позже вам доведут еще нужную информацию. Сейчас вам будет оказана вся необходимая помощь медицинская. Также вам предоставят возможность позвонить своим близким. Да, по очереди. Давайте так, чтобы не путаться. Вот. Следующий. Вам привет. Ну да, только с другого номера. Слушай, все нормально у меня, мам. Я в Луганске, со мной ничего не случится в безопасности. Как только буду свободный, чем быстрее закончится война, буду дома, увидимся. Да, привет, это малой. У меня все хорошо. Привет. Поступили по-человечески, поступили так, я считаю, как каждый считает, что человек должен поступать другим, как бы хотел, ну, с другим, как бы хотел, чтобы поступили с ними. Вот этот сам момент, он очень в войне редко случается.